Украинский футбол поглотила коррупция. В участии в договорных матчах замешаны 10 из 12 клубов украинской футбольной премьер-лиги. Такая информация была оглашена в эфире программы «Про футбол» на телеканале «2+2». Вне подозрений оказались только киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер». 7 из 10 команд играли, договорники, на молодежном уровне, 3 – на взрослом. 22 мая украинская полиция объявила, что около 30 из 52 украинских профессиональных футбольных клубов участвовали в договорных матчах. Тогда речь шла о 5 из 12 клубов украинской премьер-лиги. По информации главы МВД Украины Арсена Авакова, в состав организованной группы входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. «Динамо» и «Шахтер» – флагманы украинского футбола. С 1993 года никто, кроме этих клубов, не становился чемпионом страны. В сезоне 2017-2018 золотые медали достались донецкому клубу. Больше важных новостей в TELEGRAEM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.